старый эрнемановский аппарат фирмы Эрнеман на интересном штативе, очень редком. Он применялся в фотосалоне, регулировался, можно было на одном колесике вот его провести, передвинуть легко, отрегулировать высоту легким движением руки, зафиксировать, наводить резкость по матовому стеклу. И еще, поскольку это очень старый объектив, Фейклендер изготовил портретный объектив для съемки. Вот он регулировал еще. Фокус можно было наводить при помощи дополнительного устройства. И вот так со знанием дела Константин Гордеюк может рассказать о каждом из 800 уникальных экспонатов выставки, которые собирал по разным странам в течение 10 лет. В интернете и на блошиных рынках выкупал или принимал дар от неравнодушных людей. Я сначала начал собирать, у меня были фотоаппараты, и потихоньку возникло желание все это сохранить. Я, как уже 30 лет практически заведующий, да, фотосервисом, вижу, как это все забывается и уходит из жизни. Дети, кроме гаджетов, ничего не видят, не знают. И моя задача или цель такая, чтобы сохранить для потомков, даже у меня тоже есть уже и правнуки растут, еще пару лет, 10-15, и ни у кого ничего не останется. Только у коллекционеров, и не каждый изъявит желание что-то рассказать. Экспонатов здесь очень много. Здесь более 800 экспонатов, если считать, ну, каждый объектив там, или интересный светофильтр, или какую-то упаковку химии старинной завода Акфа довоенной. Здесь очень много, у меня собрана огромная коллекция книг по фотографии, которые там, начиная с 1905 года, и старше, и разные на польском языке, немецком. В коллекции фотоаппараты, фото- и телеобъективы, синхронизаторы, пневматический автоспуск, увеличители и затворы. Такое множество по-настоящему уникальных экспонатов из мира фототехники мог собрать только по-настоящему увлеченный человек. Он сумел найти старый фотоаппарат выпуска 1886 года и фотографию, датированную 1851, дагеротип. Она выполнялась на медной пластине путем окуривания парами ртути. И таких ценных экспонатов немало. Шпионская штучка. Пачка сигарет. Для завода нужно было нажать пружину. Вмонтирован туда фотоаппарат Вега, Киев, сюда. И объектив камеры выведен через разрез пачки. Шпионская техника, фотоаппараты позапрошлого века – все это, безусловно, увлекает и взрослых, ну а детей вдвойне. Поэтому на экскурсию записалась группа ребят из 19-й Брестской школы. Видно было, с каким интересом эти мальчишки и девчонки разглядывали уникальную коллекцию и слушали коллекционера. А ведь именно для этого она и создавалась. Мне понравилось тут пленки, фотоаппараты, и очень интересно рассказывали. Тут было бы интересно взрослым, детям, даже маленьким-маленьким, где-то там 5 или 2 годика. Они бы смотрели в них, бы интересно были бы, вздумались там в голове как-нибудь там. Было бы щелкать кого-нибудь. Мне сегодня запомнилось самый большой фотоаппарат в мире. В мире. Только по-настоящему неравнодушные и увлеченные люди способны вдохновить и других своим примером. А потому вполне возможно, что в будущем кто-то из этих ребят соберет свою уникальную коллекцию.